Итак, начнем. Тема моего семинара «Обзоров методологии и проектирования бизнес-процессов». Ну, хочу сказать сразу, что каждый из нас, и аналитик, может быть, и не аналитик, сталкивался с задачей проектирования бизнес-процессов. Да? Кто-то там успешно все это решал, эти задачи, кто-то менее, кто-то использовал какие-то свои разработки, кто-то использовал существующие методологии. Да? Но прежде чем определиться, да, то есть какую методологию мы хотим выбрать для построения того или иного процесса, нужно вообще иметь понятие о том, какие они существуют. Да? Поэтому на моем семинаре я, во-первых, хотела бы рассказать о самом понятии бизнес-процесса, о понятии моделирования, разложить все по полочкам, то есть что есть методология, нотация, какие бывают стандарты, да, и как они связаны между собой. Далее, рассказать про методологию ARIS, а именно нотации EPC, PSD и VAT. Почему именно они? Потому что они предусмотрены для именно проектирования бизнес-процесса. В методологии ARIS есть и другие нотации, там и реляционная структура. Вот мы ее рассматривать в рамках текущего семинара не будем. Далее, стандарт UML, собственно, отличие от UML-1.5, диаграмма Use Case и Activity. Методология CTT, это, естественно, стандарт EDF-0. И заключение, общие свойства, правила и принципы моделирования. Итак, определений бизнес-процесса вообще много. Каждый трактует его по-своему. Там знаменитые ученые американские предприниматели говорят, что это, например, набор активностей или множество состыкованных работ. В стандарте ISO написано, что это набор действий. Но, в принципе, в этих определениях есть что-то общее. На мой взгляд, и мне больше всего нравится определение, которое описано в книжке Репина. Я вам потом покажу, что это за книга. Нет, есть еще такой умный дяденька, аналитик. Наверное, это его сын. Вот, или внук. Да, так в этой книге написано, что процесс – это, во-первых, устойчивая совокупность. Если бы процесс был неустойчивый, то есть разбредался, да, в разные стороны, его бы в принципе нельзя было построить. То есть процесс, структура устойчива. Далее, целенаправленность. У процесса должна быть цель. Процесс без цели, в принципе, как и невозможен, так и не нужен. И проектировать его, я думаю, даже не стоит. Итак, совокупность взаимосвязанных видов деятельности. Да, деятельности должны быть связаны. Если деятельность обособлена в процессе, то тут сразу возникает вопрос, а какую роль она выполняет в данном процессе и кто выполняет данную деятельность. То есть обособленные функции рассматривать даже не стоит. Дальше мы смотрим по определению. Технологии. То есть мы видим, что в процессе должна использоваться технология. Пусть это будет технология, установленная регламентом, или технология какой-то определенной системы, если мы рассматриваем процесс в системе, да? Но что-то, какой-то инструмент должен двигать этим процессом. Вот. Далее смотрим по определению. Выходы во входы. Процесс, конечно же, поглощает данные, то есть он не может начаться с нуля. Хотя бы элементарно должно быть событие, его инициирующее. Да? И на выходе обязательно должны быть результаты. Процесс без результата, пустой процесс, как я его называю, тоже в себе смысловой нагрузки никакой не несет, и проектировать его смысла нет, я думаю. Вот. Да, процесс должен представлять ценность для потребителей. Если процесс не нужен пользователю, да, для которого мы все это делаем, то смысл его рассматривать я тоже не вижу. Вот. Какие бывают типы процессов? Мы все знаем, да, is,
и to be. Should be – это идеализированный процесс. По сути, когда проектируется система, рассматривается два – as is, то есть это первоначально, то есть что сейчас есть, допустим, в компании, да, и to be, то есть как он будет выглядеть после, допустим, модернизации, оптимизации и автоматизации, да? То есть что должно быть? Что будет, так скажем, да? То есть мы описываем, что будет. Но когда мы это описываем, мы всегда должны помнить, как есть, да, чтобы не придумать что-то там нового, да? И не забывать, как должно быть. То есть как они хотят. То есть вот этот идеализированный процесс тоже мы должны всегда держать в уме. Конечно, мы не сделаем так, как они хотят, should be, потому что зачастую это просто невозможно. Но попытаться стремиться к этому, я думаю, надо. И вот мы рассмотрели понятие бизнес-процесса. Далее, чтобы его писать, да, нужно схематично, детально, как сказать, что-то представить пользователю. Для чего мы все это делаем? Ну, первая из причин – это реструктуризация процесса. Сюда же входит и понятие оптимизации, да, и изменения какие-то. То есть, если компания видит, что процесс неадекватный, неоптимальный, их это не устраивает, или появляются какие-то новые ветки процесса, необходимо его прежде описать as is, да, а потом же что-то из него делать, например, писать to be. Описывать. Вторая цель – это описание регламента. Ну, часто люди, которые берутся описывать регламенты, они сталкиваются с тем, что непонятно, что описывать, процесса как такового нету, потому что кто-то делает одно и то же одним способом, да, кто-то другим способом. И вот как раз при описании этих регламентов вот эти все действия всех пользователей по этому процессу, они сливаются воедино, да, и как раз уже пишутся регламенты. Но чтобы описать регламент, надо, конечно, иметь перед собой наглядно, собственно, тот же самый процесс. Третья причина – это получение сертификации. Никогда система менеджмента качества не получит свой сертификат, пока у нее не будет наглядно представление всех бизнес-процессов компании. Если компания к этому стремится, да, она их описывает, а затем попытается получить данный сертификат. И последняя цель, собственно, которая, наверное, касается нас больше всего, это автоматизация. Понятно, что прежде чем что-то автоматизировать, надо понять, что мы автоматизируем и для чего мы это делаем. Собственно, все это описывается в процессе. И в итоге описание бизнес-процесса мы получаем текстовое его представление и графическое. То есть о текстовом вот у нас Паша немного, да, рассказывал, то есть как лучше оформлять те или иные документы. Да, вот сейчас я как раз хочу обратить внимание на графическую составляющую, собственно, на диаграмму. Итак, моделирование. Хочу быстренько пробежаться по основным понятиям моделирования, чтобы у нас уложилось в голове. Так, нет. Вообще, с какими терминами мы работаем и что они означают? Моделирование. Собственно, это есть графическое описание процесса. Далее, нотация. Совокупность графических элементов. Стандарт – это правила использования тех же графических элементов. Методология – это сущность, включающая в себя и нотации, и стандарты, то есть и графические элементы, и правила их взаимодействия. Это и есть методология. Методологии могут использоваться несколько стандартов, несколько нотаций, но они руководствуются каким-то общим принципом. У них есть какие-то общие правила, как раз объединяющие вот именно их в одну методологию. Вот. Многие аналитики, в принципе, рисуют процессы и карандашиком на листе бумаги.
если, например, нет необходимости предоставлять это заказчику, да, нарисовал, объяснил разработчикам, и все хорошо, да. Вот, но чтобы достичь более формального описания, более четкого, и, конечно же, если это давать на согласование заказчику, нужно использовать уже существующие технологии. И поэтому я предлагаю всем пользоваться уже существующими кейс-технологиями, то есть, по сути, программами, которые позволяют нам рисовать диаграммы в той или иной передаче. Вот это основные понятия. Итак, хочу разложить все по полочкам. У каждого аналитика в голове много-много вот этих терминов, да, DFD, OM, UML, и часто мы путаем. Путаем их, что относится к одной методологии, что к другой. И я вот для себя даже просто не пожалела времени и вот попыталась все это как-то выстроить для себя. Читала много книг, много источников. Часто, например, ARIS называют и стандартами методологии, там, и UML, и стандартами аннотаций. Но я пыталась как бы рассмотреть все в совокупности. Итак, методологии СДТ. Ей соответствует нотация EDF0, ее также называют стандартным, и собственно какие средства, в которых можно реализовывать данные нотации. Методологии СДТ мы с вами сегодня рассмотрим. EDF3. Ну, данная методология, она предназначена для описания бизнес-процессов. Очень хорошая методология, но учитывая, что данная методология вошла в состав Ариса, а Арис более новое, более как бы усовершенствованное средство для проектирования диаграмм, я не рассматривала EDF3 и предлагаю вам как бы использовать все-таки Арис, потому что EDF3, ну, что-то немножко уже устаревшее, но его тоже, в принципе, нужно знать, и при желании вы можете про него прочитать. DFD. Тоже методология и стандарты для описания бизнес-процессов, но ввиду того, что графические примитивы у него не такие разнообразные, там по сути только прямоугольнички и стрелочки, тяжело изобразить с помощью DFD какой-то сложный процесс. Ты бы еще расшифровывал эти же аббревиатуры. Ну, допустим, ладно, я потом, да, это следующее. Тех, кому интересно. Поищут. Да, поищут, всегда можно найти кучу материалов, кучу книг, источников. DFD — это диаграмма потоков данных. Да. Ну, по сути, да. Вот. И какие-то небольшие процессы можно реализовывать с помощью DFD, ну, если, конечно, у вас под руками какой-то из перечисленных средств. Далее мы смотрим EDF1X. Я его сейчас не рассматриваю, потому что, в принципе, это методология для построения ER-моделей. Вот. Для бизнес-процессов как бы он не совсем подходит, и, я думаю, даже пытаться особо не стоит. ARIS. Ну, собственно, наиболее популярна сейчас методология. Как я уже сказала, она включает в себя часть методологии DF3. Наглядное изображение процесса мне, в принципе, нравится. Ну, мы ее сегодня рассмотрим. И последнее – это объектно-ориентированная модель с стандартом UML 2.0. Также сегодня я вам расскажу про нее. Вот перечень кейс-средств, которыми я практически всеми пользовалась. И если у вас в дальнейшем, например, возникнет какой-нибудь вопрос по тому или иному средству, в принципе, можете обращаться всегда. Итак, начнем с методологии ARIS. Ну, может быть, многие видели домик ARIS, не знаю, ну, я думаю, видели, да. Что ARIS состоит из четырех представлений. Организационное, оно включает в себя орг-единицы. То есть роли в организации, должны быть должностные лица, всякие сотрудники, функциональные, перечень функций и их взаимосвязь между собой. Информационные – это ресурсы, это какие-то документы и существующие объекты, а также события, которые связаны с этими объектами. Вот. И управляющие представления – это, по сути, взаимосвязь
всех вышеперечисленных представлений. И вот это управляющее представление, оно как раз включает в себе нотации EPC, PSD и VAT. То есть каждое из представлений организационно, функционально, она имеет еще свои диаграммы. Мы их сегодня рассматривать не будем, мы будем рассматривать диаграммы управляющего представления. То есть именно взаимосвязь всех этих четырех представлений. Так, нотации EPC. Посмотрим правила. Первое. Правило – это то, что на диаграмме обязательно должно быть чередование функций и событий. Не может быть подряд двух функций, не может быть подряд двух событий. В функцию может быть только один вход и только один выход. Если же нам необходимо какое-то разветвление, мы должны использовать операнды и или XOR. Я думаю, все по смыслу понимают, как ими пользоваться. Направление EPC как позволяет использовать любое, но желательно сверху вниз или слева направо. Почему? Потому что не структурированная диаграмма, да, она трудночитаемая. И в итоге, когда она разрастается, отпадает весь ее смысл. Потому что, во-первых, мы используем эти все диаграммы для того, чтобы наглядно изобразить процесс. Да? Если же он будет вот какой-то вот непонятный и разбросанный, то смысл в нем я тоже не вижу. Ну, в институте даже нас учили, когда мы блок-схема алгоритма писали. Да, то есть строго... Сверху вниз, слева на. Сергей не всех хочет. Ну, это... А ее учили, ее педагоги. Ну, тоже. Теперь про типы стрелок. Ну, я не могу сказать, что я придерживаюсь данного правила, потому что зачастую это занимает много времени. Вот. Но, тем не менее, между информационными объектами и функциями, функциями от единицами должны быть сплошные линии. Между событиями и функциями пунктирные. То есть это по нотации. Конечно же, выход за рамки нотации, да, выход за рамки нотации, он никогда был, ну, не вот тебе критичен, да, если же есть определенные договоренности. Например, почему, если заказчику это понятно, да, почему бы не сделать так, если это упрощает, например, процесс проектирования. И соединение оперантов. Возможно соединение любое, кроме вот перечисленных. После события не может быть или XOR. Это как бы заключается в том, что на диаграмме все решение должно приниматься после выполнения какой-то функции. То есть событие только инициирует выполнение какой-то функции, а все остальные решения уже только после ее выполнения. Это были правила. На схеме привела пример реальной диаграммы, немножко подправила, чтобы она соответствовала нотации только в части пунктирных линий, больше ничего не добавляла, по сути. Это реально наша диаграмма из ТЗ, смена адресата. Как мы видим, что информационный объект может как входить в функцию, да, так и выходить из нее. Это означает, что функция, в принципе, может либо использовать этот объект, либо изменять его. В принципе, все. Вот. И хочу отметить, что каждой функции должна быть определена орг-единица, чтобы не было неоднозначности и не вставал вопрос, а кто же выполняет данную функцию. То есть это как бы в регламенте такого, в нотации не прописано, но я считаю, что это будет более правильно. Итак, диаграмма PSD. То есть диаграмма цепочки процессов, она на самом деле является модификацией EPC, ничем не отличается по графическим примитивам, единственное, что разбивается на вот такие полоски для каждого уровня представления. На самом деле вот этот процесс, это именно тот же самый, который вот был перед этим. Иногда это удобно использовать, когда нужно, например, глянуть на процесс и сказать, какие же функции используются в этом процессе, или какие орг-единицы, да, задействованы в нем. Но по себе знаю, что
его изначально делать нельзя. То есть он строится только после того, как сделан EPC и при какой-то необходимости, да? То есть смысл, если они выделяются блоками и даже цветом? Потому что огромные процессы, вычленить оттуда не бывает непросто. А тут, получается, ты пробежал по столбцу и просмотрел все функции, или просмотрел все роли, которые используются. Ну, если... Просто наглядность. Да, по сути, наглядность. Ну, еще раз повторюсь, что следует использовать только после построения EPC. Далее смотрим ВАД. Ну, это нотация. Она в основном используется на верхних уровнях, то есть не особо детализируется. Почему написано, что цепочек добавляющих процессов, добавляющих стоимость? Ну, по сути, потому что какой-то процесс в итоге стремится к получению какой-то выгоды. Выгоды или для пользователя, или для компании. По сути, с этой точки зрения эта нотация используется. Я ее, если честно, никогда не использовала. Может быть, ну, будет. Ее можно использовать действительно на высоком уровне, причем я ее часто использую просто, чтобы показать крупными мазками процессы. Да, только вот эти вот процессы используются, не приписывая ресурсы и кластер, потому что ну да, если уж совсем непонятна деятельность, например, компания занимается деятельностью, которой ты никогда еще, да, не входил и не имел лишь понятия, чтобы как-то отобразить. Новость представить себе, да, что там происходит. Если мы рассматриваем тот же документооборот, то я думаю, смысла вот в такой диаграмме просто нет. Дальше. Мы про Алис закончили. Теперь хочу рассказать про UMA 2.0. Отличие – это появление новых диаграмм, собственно, выделенных коричневым цветом, композитных структур, схем взаимодействия временных. Также диаграмма кооперации была немного модифицирована, упрощена и переименована в коммуникацию. Были на диаграммах последовательности коммуникации введены линии жизни, также введено понятие участников communication диаграмм. Усложнилось, как сказать, проектирование данных диаграмм за счет возможности использования и как бы, описания логики на языке OCL. Но я могу сказать, что этот язык он, ну, стоит наравне с другими языками программирования, и вникать в него, как бы, не имея необходимости в очень, да, детальном описании процесса, я считаю, что не стоит. И, конечно же, рамка. То есть, глянув на диаграмму, любой аналитик может сразу сказать UML 2.0 или 1.5. Есть рамка с названием типа диаграмм, с рисуночком типа диаграмм или нет. То есть вот как бы основные внешние отличия. Конечно же, внутри самого языка там все было перековеркано, все изменено, но нас это, в принципе, не интересует как пользователя. Рассмотрим use case диаграмм. Актер или актор его часто называют. Это сущность, которая стоит за рамками системы. Это может быть пользователь, может быть какая-то другая система, может быть устройство даже. Но мы должны знать, что это как бы что-то внешнее. Вариант использования – это описание функции, который будет пользоваться этот актер при работе в нашей системе. И виды отношений. Собственно, ассоциация – это взаимосвязь актера, варианты использования. Включение – это описание того, а что же входит в состав данной функции, а какие обязательные действия нужно выполнить, чтобы эта функция могла быть реализована. Расширение – это, по сути, дополнение к какой-то функции какими-то новыми функциями, которые, в принципе, могут быть не задействованы. Вот. И обобщение. Обобщение – это, по сути, аналог наследования в языках объектно-ориентированных, в том же Java, да? То есть мы наследуемся от какого-то класса,
но этот объект может иметь и свои собственные методы. То есть используем свойства предка, но имеем что-то свое новое. Вот. На следующей диаграмме я пыталась использовать все возможные типы отношений. Это вот, допустим, если взять ассоциацию директор и его вариант использования формирования отчета об успеваемости. При формировании отчета необходимо ввести параметры. Это include. То есть без ввода параметров он сформировать его не сможет. Это означает именно вот это. Также, сформировав отчет, пользователь при желании, при необходимости сможет его распечатать. Это extend. То есть вот в чем основное отличие вот этих вот стрелок. Include, extend. Обобщение. Мы видим, что здесь обобщение есть как и актеров, так и вариантов использования. Причем для актера использовано обобщение плюс введение новой его функции. То есть заведующий пользуется всеми теми же функциями, какими пользуется директор, но плюс он еще имеет возможность формирования ведомостей. Этого директор не может. Ну, это просто я чисто семантично так вчера накидала, чтобы было примерно понятно вот логика вот этих отношений. Можно вопрос? Формирование отчета без входа в систему возможно? Ну, конечно, нет. Это я так приблизительно. Конечно, первым use case мы всегда говорим вход в систему, от него уже что-то там include, да, или extend. Здесь подразумевается, что это заместитель, вот он тоже входит в систему, потому что он наследует. Нет, Маша не про это. Да, что заместитель за входит в систему, имеется в виду, что прежде чем сформировать отчет, можно еще include для экстенд. Но это прямо не указывается последовательность, просто действие указывает. Ну вот так, Паша немножко правильно говорит, можно сделать как вход в систему, от него экстенд уже все остальное, но если это не целесообразно, можно оставить так. По сути, да, вот как Паша сказал, что последовательность и временные всякие характеристики на диаграмме не учитываются. Ваши права. Он должен ваши права. Ну ладно, давайте мы сейчас. Ну да, это вопрос такой спорный, как бы кто-то делает, кто-то нет. Все зависит от человека. И так дальше. Также привела вам для примера ту же самую диаграмму, но верхнюю ее часть в других средах. Просто посмотреть, проанализировать и как бы для себя понять, а где вам приятнее всего работать. Мой любимый инструмент, конечно же, Enterprise Architect. Там все делается в 5 раз быстрее, но учитывая, что он дорогой, я им не пользуюсь. Старый email, в принципе, неплохой инструмент, также можно быстренько все накидать и сделать. Плюс еще в том, что он вообще бесплатный. Magic Draw условно бесплатный, в нем проектировать гораздо удобнее, конечно, чем в Star UML. Мне он, да, тоже нравится. Даже я бы сказала побольше. Можно здесь немножко маленькое? Да. Это еще есть такое чудесное средство, омлет называется. В нем диаграммы создаются просто на раз, бесплатные. Очень удобно. Ну, любимая, да, диаграмма? Да. Угу. Он заточен. А там стандарт какой-то детский. Там ну, если честно, я использовала, да, для диплома. Классно, что. Я могу посмотреть. Я с ним, к сожалению, не работала. В MS-видео все ужасно. Мне все всегда не нравится. Я вот вчера просто, не знаю, полчаса убила, чтобы вот эту диаграмму нарисовать, попыталась перенести какие-то слова на другую строчку, у меня не получилось. Я уже научилась делать. Да, просто шрифты надо было побольше поставить. Да, там вот это вот все расстояние. Ну да, можно сделать, чтобы оно переносилось. Да, и еще, конечно же, все эти диаграммы можно рисовать средствами на админсах. Я вчера попыталась, честно. Я убила час. Но у меня не получилось. Он завис, умер. Поэтому, если он предназначен для программирования, пусть там лучше программирует. Activity диаграмма. Ну, да, отличительная особенность это то, что инициируется состояние начальное и конечное. В принципе, Activity диаграмма это модификация диаграмм в состоянии. Но здесь
учитывается не только состояние системы, но и действия пользователя при работе с этой системой. Вот. И как бы рекомендации основные, если вы будете использовать эту диаграмму. Не надо ее использовать не по назначению. То есть если она используется, да, для уточнения описания вариантов использования, то без диаграммы вариантов использования смысла она не несет. Объясню почему. Потому что зачастую мы начинаем рисовать диаграмму, и возникает вопрос, а вот система еще вот это вот может, а вот мы же говорили, что надо еще вот, чтобы он вот это умел, пользователь, и вот это. А если у нас будут варианты использования, да, и у нас будет опять вариантов какими-то своими функциями, и мы говорим, что эта диаграмма уточняет именно вот этот вариант использования. То есть вот эти вопросы, да, а почему другие здесь не учитываются, их не будет. Диаграмма должна быть одноуровневыми. Что это значит? Это значит, что не надо детализировать какое-то из действий, да, больше, чем остальные. Вот если мы, например, возьмем ввод параметров заказа и разобьем там на три составляющих. Вот даты заказа, вот стоимости, там, вот еще чего-то. А блок проверка заказа на выполнимость будет вот один. Сразу вопрос, а почему мы не написали проверка даты? Да, проверка. То есть и тут идет вот это усложнение вот этой диаграммы, и тоже как бы смысла особого нет. Условия. Условия имеется в виду вот это ответвление, которое здесь есть. Мы должны при использовании помнить, что если пользуемся условиями, то выполнится одно из них. То есть либо вот сообщение такое, либо назначение исполнителя. Также обращу внимание, чтобы более четко понимать условия, а также переходы, да, между ними, мы используем так называемые, как мне забыла. Сторожевые условия, их EML называют, по сути, описание условия, при котором происходит тот или иной переход. То есть, если заказ исполним, то мы переходим вправо, да, если не исполним, влево. В принципе, можно было этого не делать, можно было интуитивно понять, но часто этим пользуются. Да, сторожевое условие, оно так и называется. Вот. И с параллельностью. Если мы пользуемся разделением, мы должны понимать, что наша диаграмма может оказаться в любом из дальнейших состояний, и мы на данном этапе, вот, например, на данной диаграмме не сможем проследить, в каком именно состоянии она окажется. То есть либо там, да? И если пользуемся слиянием, мы должны четко понимать, что действие выполнится только после полного завершения двух других. То есть тут надо быть немножко аккуратнее. Перейдем к СДТ. Основные составляющие этой методологии являются точка зрения, цель и границы или область моделирования. Называют по-разному. Ну, про точку зрения. Что могу сказать? Любой процесс со взгляда разного, да, человека выглядит по-разному. Вот. И если мы описываем данный процесс, мы должны в первую очередь понять, а кто будет использовать этот процесс, кто будет контролировать этот процесс и кому он вообще нужен. Вот именно с точки зрения этого человека и нужно рассматривать систему. В основном это делается с точки зрения человека, который контролирует этот процесс. В основном в EDF-моде. Цель. Ну, по сути, да, без цели процесс, как уже мы говорили, и не может быть. Вот. И про область моделирования тут немножко остановлюсь, потому что очень важна составляющая. Не зная области, мы можем разбрестись, нас может увести в какую-то другую степь, потому что фантазии, в принципе, не ограничены, как и у нас, так и у заказчиков. Поэтому зачастую даже, когда общаются с заказчиком, например, при анализе той области, в которой вы еще никогда не работали, пишут не только перечень функций, которые должна выполнять система, а перечень функций, которые не будет выполнять система. И причем вот второй перечень даже наиболее важный оказывается в конечном итоге, чем первый. Вот, то есть вот четкое разграничение границ, то есть вот функций, это очень-очень важно. Стандарт EDF-0. Основные стрелки.
Потому что в основном на диаграммах и контекстных, и декомпозиции используют работы, то есть там других графических примитив нет, и разные типы стрелок. Все типы перечислены, то есть вход, собственно, что использует работа, выход — это что получается в результате выполнения работы, управление — это какими инструкциями, какими регламентами, да, данная работа будет контролироваться и в рамках чего она будет использована, ну, механизм — это, по сути, кто будет выполнять данную работу, пользователь или другая система, или устройство, нам это не важно. Вот, и привела возможные типы связи между работами, любое другое взаимоотношение работ неприемлемо в рамках методологии. Если на будущее вы, например, будете это делать, можете воспользоваться. Вот я привела контекстную диаграмму EDF0. Она состоит всегда из одной работы и включает в себя перечень всех входов на всех диаграмм декомпозиции, да, и перечень всех выходов. Декомпозировать данную диаграмму можно сколь угодно, но нужно понимать и всегда знать какой-то предел. Потому что зачастую можно, знаете, углубиться в это дело, декомпозировать чуть ли не до того, что произойдет в базе данных вот при таком-то условии, и это очень может быть трудоемко, затянуться, не зная насколько, и в итоге это никому не будет нужно. Ну, то есть меру при декомпозиции всегда нужно знать, не только в EDF0, а при декомпозиции той же диаграммы деятельности в UML, про use-case тоже можно сказать, потому что те же функции можно разбить на 5 составляющих. Нужно иметь меру. Итак, хочу выделить общие свойства. В первую очередь мы определяем цель, как я уже сказала, да? Затем мы строим иерархию диаграмм, причем это сначала функции, потом процессы и статические структуры. Я вам привела перечень диаграмм нотации, с помощью которых описывается тот или иной этап, на будущее, если вам будет необходимо. Также при построении диаграммы желательно, даже я бы сказала, необходимо придерживаться одной нотации, по сути, для того, чтобы также не возникал вопрос, а почему здесь функция вот так обозначена, да, таким вот квадратиком, а здесь она каким-то прямоугольничком, совсем другим цветом, непонятно вообще, как их можно отличить по-разному. Да. Если уж беремся за какую-то одну нотацию, то желательно до конца уже идти. И текстовое описание, да, его никто не отменял, потому что диаграмма диаграммой, но в случае чего, конечно же, смотрят на текст. То есть, по крайней мере, цель диаграммы, да, и основные этапы, они должны быть описаны в документе. В требованиях или там функциональных каких-то описаниях. Вот. Принципы и правила. Прежде чем строить диаграмму, нужно вообще сформулировать ее идею. Сформулировать, а что же мы будем строить. Потому что зачастую, даже у меня так бывает, все, я поняла примерно, регистрация, все. И начала рисовать диаграмму. Рисую, я уже думаю не о цели и не о идее, да, а как связать блоки, там, начинаю связывать. И в итоге понимаю, а что-то меня вводит не в ту степь, и я возвращаюсь к тому, а что же я должна сделать, я каждое дело совсем не то. То есть я вот себе сейчас взяла за привычку, что прежде чем я начинаю строить диаграмму, я пишу себе. Регистрация, например, входящего документа, те-то лица будут это осуществлять, такие-то задачи должны быть, то-то. Кратко. Описала, все, я начинаю это реализовывать. И там уже начинаю думать, как связать блоки, а каким они должны быть шрифтом, каким. Потому что мысли на самом деле очень куча при построении диаграммы. Вот, и правила. Ну, конечно же, диаграмма должна быть адекватной. Адекватный, то есть означает, она должна удовлетворять видению системы и заказчика, и вашему видению. Детальность.
Да, диаграмма должна быть детальной. Причем зачастую говорят, что чем детальнее ты проработаешь требования, прорисуешь диаграммы, тем в итоге легче будет там разработчикам. Но на самом деле это не всегда так. Тут конфликтуют правила детальности и наглядности, да? Потому что нужно не забывать. Диаграмма также должна быть наглядной. Детализирую, но больше, чем, не знаю, там 50 блоков, уж, пожалуйста, не используй. В аннотации EDF-0 там вообще не более 7 блоков на одной диаграмме типа позиции. То есть это такое правило. В EPC не регламентировано, да, число функциональных блоков, но по своему мнению, то есть там больше 30, это уже как бы и тяжело распечатать, и вообще все это тяжело читаемо. Вот. И неформальности. Я как бы говорила про то, что мы формализуем требования, да, в виде диаграмм, что-то. Но вот здесь вот это правило, он говорит о том, что нельзя, так сказать, в лоб ко всему к этому подходить. Ну, чтобы вы там не сказали про вас, что да, и дураку Богу молиться, он без лоб расшибет, да? То есть надо понимать, а зачем мы используем вот эти функции, это что-то. Если бывает лишнего, например, или вот в аннотации регламентировано одно, а вам не надо это использовать. В принципе, для понятия, ну, вот, вашего процесса не используйте. Лучше договориться с заказчиком, что давайте мы вот это не будем делать, потому-то, да? Потому что это лишнее, это не надо, это затягивает процесс проектирования. То есть вот это вот как раз правило неформальности. Ну, по сути, у меня, наверное, так основное все. Единственное, что могу сказать, что при выборе той или иной нотации, методологии, в первую очередь нужно понимать, какая задача перед вами стоит, правильно? А во вторую очередь надо понимать, а согласен ли заказчик с данной методологией. Потому что может быть вот этот процесс, вот вы стопудово знаете, что только через ДМТ, вот он идеально ляжет, он идеально рисуется, и лучше нотации нету. А заказчик не понимает этой нотации, он кроме EBC ничего другого не видел. То есть, да. То есть эти два правила, то есть понять задачу, да, и посоветоваться, что же использовать при проектировании. Вот. Ну, по сути, книжки, которыми я часто пользуюсь, которые я заглядываю, они у меня все есть в электронном виде, при необходимости могу вам их скинуть. Ну, все. И первая книжка о чем была? Ну, здесь описано и про Арис, и про СДТ, и вообще про проектируем в целом. Большую часть сведений для данного семинара я взяла из этого. И, собственно, вот как раз описание процесса Репин, Бельферов, все отсюда. Бельферов придумал, а Репин рисовал. Ну, видимо, да. На том и сошлись. Ну вот, все. У кого какие могут быть? Да, конечно. Можно портал. А Паша, куда бы Паша мог? Паша, на сайт, он хотел налить теперь. Ну вот туда же.